Привет, друзья! Решил сделать небольшой обзор своей пивоварни через 3 года работы. Какие проблемы у меня встречались, как я их решал, ну и в принципе, как работалось на данном оборудовании. Думаю, интересно будет. Так, начинаем. Это водоподготовка у нас. Тут ничего не ломалось, тут в принципе только расходники заменялись. Вот такие вот полипропиленовые фильтры менялись. Там большой, вот этот маленький активированный угол, колонна активированного угля. Один раз я заменил, то есть как засыпали перед началом работы, потом я где-то 2 года отработал и вот год назад, наверное, поменяли еще раз активированный уголь. Мембрана обратного осмоса менялась один раз, тоже недавно забилась, все. Лампа ультрафиолетовая тоже сразу все заменилось. Ну и все. А так регулярно все это моется, промывается, как бы, и работает без проблем. Никаких поломок здесь не было. Ну, это склад солода. Тут же как бы хмель хранится в морозилочке для лучшей сохранности. Все мы знаем, что хмель, чем меньше доступа кислорода и чем ниже температура, тем лучше он сохраняется. Поэтому храню его в морозилке. Все, дробилка. Дробилка не ломалась, то же самое. Тут, в принципе, ломаться нечего. Мотор, привод, вальцы. Вальцы здесь регулируются в зависимости от величины солода, то есть до нужной кондиции. Все, никаких замен не было, все нормально. Варочное отделение. Варочное отделение посложнее, тут были замены. Пойдем покажу поближе. Маленький отварочный котел сгорел 1Т. Заменили 1Т. Пока закупали 1Т, тут 2Т. На одном работали. Медленнее грело, но в принципе работать можно было. Поэтому как бы он не останавливался, мы продолжали работать, но 1Т заменили. Здесь год назад тоже обновили тены на всякий случай, чтобы не было во время процесса у нас проблем. Поэтому фильтр чан, никаких проблем, ни насосы, ни редукторы как бы не ломались. Насосы, раз насос, два насос вот здесь. Пару раз, наверное, меняли сальники, лопались там резинки. Это все меняется без проблем. И один раз мы заменили насос. Что-то тут он как-то перестал крутить. Просто заменили насос. В принципе, все. Такое вот это за 3 года. Здесь бак холодной, бак горячей воды. Никаких проблем. Насос тоже даже не меняли. Даже прокладки не меняли. Все как работало, так и работает. Теплообменник. Я его пару раз разбирал, полностью пластинки аккуратно снимал и щеточкой вычищал, потому что там накипает белок. Даже вот хмелеотделитель, сеточка такая, он основную часть хмеля и шелухи, там, которая попадает, он отсеивает, но все равно проскальзывают кое-какие кусочки, и оно забивает проточный охладитель. Поэтому его периодически как бы надо разбирать. И вот эту вот белковую накипь его щеточкой счищал. Ну, в принципе, первый раз там сложно было. Вот эти вот резинки, которые прокладочные, они прилипают, их надо аккуратненько, то есть там отверточкой такой аккуратненько подрезать,
подставлять эту отверточку и потихонечку открывать, потому что если вот так сразу пластины разодрать, то если порвется вот эта уплотнительная резинка, ну это будет хана. Заказывать новую, как бы, ну, все нормально, в принципе, ничего не ломалось, просто профилактические работы. Холодильник, он и в Африке холодильник, ничего тут не ломалось, работает, это тоже. Тут хмель хранится в морозилочке, ну тут дрожжи у меня, дрожжи стоят, храню дрожжи. Чиллер охлаждающий, он охлаждает бак холодной воды и все ЦКТ. У него была проблема. Он прошлым летом пошабашил внешний блок. Внешний блок. Пойдем покажу внешний блок. Вот этот внешний блок, мы его заменили, потому что он этот трехфазный уже. У нас стоял однофазный, и он не справлялся. Лето было жаркое, много ЦКТ охлаждать надо было, и он не справлялся. Поэтому там и насос, по-моему, и панель управления что-то там заклинило. Короче, поменяли этот более мощный, теперь проблем как бы нету. Ну и решили сразу же поменять. Тут есть два насоса такие с мокрым ротором, которые гоняют пропиленгликоль. Решили их тоже поменять, потому что уже было два с лишним года им. Решили заменить полностью, обновить, чтобы там еще 2-3 года уже не лазить, не встречаться с проблемой, скажем так, лицом к лицу, когда надо охлаждать, и оно там встало, искать насосы, там менять. Короче, профилактическая замена, сразу заменили. И один автомат. Один автомат мы тоже поменяли, слабенький был. По пульту управления внутри меняли один основной в одной автомат трехфазный и один на котел отварочный. Это тоже заменили, поставили более хороший АББ. Вот, частотник поменяли, вот этот пульт частотника. Что-то тут начало цифры блымкать, менять, непонятно было, какая частота. Вот эту панель заменили. И таблицу тоже заменили. Вот эти вот стираются, а вот тут видно. Вот такие. Они, в принципе, рабочие, но вылазят сами кнопочки. Вот тут поменяли, вот тут чистая. Тут вообще раздолбалось. И больше по пульту здесь никаких проблем не было, все остальное работает. Все переключатели, лампочки, ничего не перегорало, все как работало, так и работает. Все, идем в цех брожения. С цехом брожения тоже все нормально, они в принципе работали. Единственная была проблема с 12-м ЦКТ. Ее забрали на ремонт, она потравливала давление. Но там была проблема, неправильно закручен вот этот вот вывод на шпунт-аппарат. Неправильно закручивала, там подтравливала. Вот. И заменили нам люк. Вот такой люк у нас, уже удобные ручки. Вот так вот откручиваются. Все очень удобно. Тут такая каемочка, она одевается, зацепляется и вот так вот закручивается. Все очень удобно, очень красивенько. И тут самое важное, что вот такая вот резиночка здесь поставили на новом люке. Вот такая уплотнительная, просто круглая резиночка в пазе она стоит и прижимается. Очень хорошо, очень удобно. Сразу раз, одел и затянул.
Вот так. Вот. А старые люки, да, очень неудобные. У них были, во-первых, вот эта вот резинка постоянно лопается. Вот они, вот такие резинки. Вот она. Вот. Вот такие вот лопания постоянно, регулярно приходится менять резинку. Надо будет на всех ЦКТ, я думаю, менять вот эти вот люки. Это старые люки, они сейчас так уже не делают. Все ЦКТ формируются вот такими вот люками уже. А вот эти люки, конечно, неудобные. Во-первых, их надо закручивать всех ключом. Вот. И вот эти вот лопающиеся резинки постоянно, конечно, это головная боль, это проблема. Надо будет потом менять. Здесь мы на каждое ЦКТ поменяли вот эти вот, тут были магнитные клапаны. Сейчас мы поставили сервоприводы, и сервоприводы срабатывают. То есть, когда нужно охлаждение, оно включается, оно потихоньку включается сервопривод и открывается охлаждение. Когда охлаждать не надо, оно включается, поворачивается шаровый кран и запирает. И все. Оно включается только на включение и на выключение. Остальное время не жрет энергию, даже минимальную. Поэтому поставили вот такие вот сервоприводы. А раньше стояли, он у нас сам остался. Вот у нас на баке холодной воды остался вот этот магнитный клапан. То есть, когда он охлаждает, он постоянно во включенном состоянии. Тут катушка постоянно греется, он горячий, постоянно потребляет электроэнергию. А когда в ЦКТ, то есть активное брожение прошло, мы начали охлаждать, их холодная выдержка идет в ЦКТ, и это довольно долго. Это там неделя, две недели, три недели, бывает там сорта и по месяцу стоят, холодная выдержка бывает. И все это время идет охлаждение, постоянно эта катушка во включенном состоянии, минимально поджирает энергию, ну и если там перегорит, оно сразу выходит из строя. Поэтому было принято решение заменить на сервоприводы. Они более экономичные и, скажем, долговечные. По пульту управления. Раньше у нас было вот эти вот ручное управление. То есть тут вручную все это набиралось на 6 ЦКТ. То есть на 6 и на 6 ЦКТ, вот 12 ЦКТ у нас было. Это все включалось. Вот. И вручную надо было каждый раз смотреть и вручную включать температуру, сколько надо выставлять, понижать, и оно тогда охлаждало. Вот. Ребята под нас, мы, можно сказать, первые с пивояра. Мы у них попросили разработать для нас систему управления автоматического, чтобы можно было управлять даже со смартфона. Они под нас вот эту вот системку сделали. Такая небольшая. Это система управления Овен. Это харьковская фирма, кстати. Вот. Они разработали, расписали программку. Вот такая интересная программа. Тут умещаются все сразу 12 ЦКТ. Вот первое ЦКТ. Тут все очень просто, доступно. Вот выставленная температура, вот минус 2 градуса. Первое ЦКТ у нас охлаждается. Сейчас вот поточная температура 0 градусов в нем. Второе ЦКТ, вот 12 градусов выставлено, сейчас 12,2, 11,2 у него реальная температура. Оно, то есть, доходит до 12, включается сервопривод, оно опускает температуру вот где-то до 11. И вот оно колеблется, брожение от 11 до 12 градусов. Вот такое вот активное брожение идет у нашего лагера. Ну и каждое ЦКТ вот так вот управляется. И также есть вот у меня в телефоне точно такое же приложение. Положение вот входим, уменьшаем, так вот удобней, то же самое,
То есть я здесь ввожу пароль свой админский и выбираю любое ЦКТ и корректирую показания, которые мне нужно. И управляется, то есть с любой точки земли, в принципе, я могу войти в браузер, войти в управление свое ЦКТ. Я ездил даже в Ужгород, и у меня все процессы я контролировал, периодически заходил в телефон, и все это контролировал, брожение, то есть я понижал температуру, там все было нормально, оно срабатывало, никаких проблем не было. СИП-мойка, в принципе, отрабатывает полностью, никаких ремонтов серьезных тут не было. Единственное, мы на этом насосе тоже меняли сальники, где горячая щелочь, которая маслает горячую щелочь. Лопнули там сальники резиновые, купили комплект, разобрали, заменили. Все это своими силами, никаких проблем не возникало. Извиняюсь, да. И на баке горячей щелочи поменяли тены тоже. Поменяли тены, перегорел тен, не грел щелочь. Поэтому вот так, сальники и тены. Остальное все как бы всегда работало нормально. Моет и ЦКТ моет, и кеги моет. Вот. Все это в ручном режиме. Вот, надеемся, все-таки приобретем автоматическую кегомойку. Удобнее будет. Ну так, в принципе. В принципе, рабочая машина, никаких проблем тут серьезных не возникало. Вот такие тены вставляются. Это для щелочного. Вот тут он нагревается там, 6, по-моему, или 5 киловатт. И для отварочного, для маленького бака вот такие вот тены. Для большого котла вот такой вот тен используется. Вот. Отличная штука. В принципе, в большом котле они не перегорали, их просто вот заменили. Обновили, можно сказать. Вот такой вот обзорчик пивоварни. В принципе, рабочее все оборудование, нормально. Там цена-качество, я считаю, очень-очень соответствует. Все замечательно. Как бы я, в принципе, доволен. Поэтому вот так. Вот такой вот обзорчик пивоварни спустя 3 года работы на ней. Вот. Ну и продолжаем дальше работать. Ну все, всем спасибо, всем пока.